Доброго времени суток. Сегодня монтируем ригельный замок на секционные ворота. Так, первым делом отмечаем отверстие в направляющей и высверливаем дырку. Так, отверстие сделали. Теперь смотрим, чтоб не сильно много выступало. Задвигаем, смотрим, чтобы здесь направляющий не мешало. После этого отмечаем вот эти вот отверстия все. Далее рассверливаем наши отметки. Далее вставляем замок. И наживуливаем гаечки. Вставляем ручку и сердцевину замка. Дальше. Все, замок установлен. Открывается, закрывается. Фиксируется изнутри. Снаружи фиксируется ключиком.